Здравствуйте. 24 августа, 9 лунный день. В связи с умья, с элементом воды. День людей женского пола благоприятнее призывать благосостояние, строительство, начинать новый жизненный путь, подписание контрактов, соглашений, посадкой деревьев, разрешать напряженные ситуации, можно жестким методом, создавать форму дизайн, вкладывать сбережения, проведение праздника, новоселья, свадеб, размышления, медитации, обращаться к учителям, Буддам, почитание духа воды, работать с железом. День неблагоприятен. Переправляться через большие реки, ловить рыбу. Благоприятен для людей, родившихся год, мыши дракона. Неблагоприятен годам змеи, синий тигра. Дым курдуани, наверх березки, комбо-гонгурцы писаны и волганском сучу дуани, саунгун. В 11 часов дня в лосут приносите молоко красной коровы, белой козы. Мани дуани чадамба, в литейном цехе дамдин дорлик, джидуани таванхарува на бурятском языке. Будьте терпеливы.